игра получилась нормативной. Были хорошие вещи, хорошие моменты, были ошибки, были откровенные ошибки. Мы в стадии готовности, поэтому доволен, что мы провели игру. То, что были ошибки, они всегда есть. И будет хорошо, что есть время их исправить. Над этим будем работать. Сегодня несколько футболистов не принимали участие во встрече. Для наших болельщиков прокомментируйте, какая ситуация с ними? По травмам. Если Мазур микротравма, там какая-то травма у него, да, то у Короба тоже травма. Вот. А Пашка Яковлев проходил углубленное медобследование и из-за этого неделю пропустил, поэтому не имело смысла им рисковать сегодня. Но он теперь сейчас будет в команде, в группе работать, и в следующие игры, я думаю, примет участие. Григорьев не подходит? На подходе, не подходе еще не знаю, но то, что уже двигается, бегает, то, что колено хорошо себя чувствует, без опухоли, восстановление идет хорошо, поэтому я думаю, что, наверное, тоже ждем его подход уже в команду. Замену во втором тайме вратаря в середине тайма, это плановый было или что-то случилось с Кортманом? Не, плановый, конечно, чтобы все поиграли. Спасибо большое.